вдова убитого в марте в Киеве экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова Мария Максакова решила опровергнуть появившиеся недавно сведения об отсутствии у ее мужа диплома о высшем образовании. На своей странице в Facebook она выложила скрины документов, на которых изображены диплом и выписка из зачетной экзаменационной ведомости. Из них следует, что Вороненко в 90-м году поступил в Петрозаводский государственный университет. Однако вместо вуза в Карелии экс-депутат Госдумы окончил в 96-м году Рязанский госуниверситет имени Есенина. Решением Государственной экзаменационной комиссии от 1 февраля 96 года Вороненкову присвоена квалификация юрист, значится в предоставленном Максаковой на всеобщее обозрение дипломе. Вопрос об образовании беглого парламентария был поднят в ходе следствия, когда правоохранительные органы обнаружили несовпадение в биографии бывшего депутата. Следствие выяснило, что в 1995 году Вороненков устроился в прокуратуру Рязанского военного училища. Сделал он это после окончания местного университета, в котором проучился всего лишь несколько месяцев. Как рассказал экс-депутат, он был следователем и помощником прокурора. При этом в Рязани подтвердили, что Вороненков действительно получил у них диплом. Однако выдан он был на основании справки об окончании Петрозаводского государственного университета. Там заявили, что Вороненков у них не учился. Были проверены архивные фонды Петрозаводского государственного университета, а также его филиалов. Имя Дениса Вороненкова не числится. Процитировали в РИА Новости пресс-службу вуза. Ставьте лайки, дизлайки. Делитесь видео с вашими друзьями. Пишите свои комментарии. И подписывайтесь на наш канал, чтобы всегда быть в курсе самых последних и актуальных новостей.